продолжатели педагогических династий Муртазина, общий педагогический стаж которых составляет 412 лет. Надилу и Флёра Муртазины познакомились на работе. Оба они преподают в Старомихайловской средней школе. Он учитель географии и директор, она педагог начальных классов. Их трудовой стаж почти равен семейному – 46 лет против 43. А стаж трудовой династии в совокупности 4 века просто трудно представить. Началось это сестра отца. Очень сложная у нее история. Это первая учительница героя Советского Союза Ильдара Маннанова. Участник гражданской войны, потом делегат двух съездов и третьего съезда комсомола, сидел рядом с Лениным в свое время и так далее. Можно долго говорить об этом. А вот о секретах счастливой жизни длинного разговора не получилось, потому что нет никакого секрета. Семья – это классно. Это продолжение рода. Это прекрасно, прекрасная жизнь. Это цветок по-другому. Цветок мира – это семья. Без семьи, мне кажется, жить тяжеловато. В этом году организаторы праздника решили перенести торжественную церемонию. Жара внесла коррективы в расписание. Вместо городского парка любящие и верные собрались в тени террасы на городском пляже. А параллельно в лагере «Солнечный» любители спорта сдавали нормативы ГТО и участвовали в эстафетах от движения первых. В среднем в Альметьевске в год заключается чуть больше 400 браков. Правда, приходится на них почти столько же разводов. Причины у всех разные. А причина тех, кто сохраняет свои союзы десятками лет, по большому счету одна – уважение. На празднике отдельно отметили членов семей участников СВО – жен, отцов, матерей и детей. Свою благодарность получила и Резида. Еще прошлым летом муж Резиды ушел добровольцем и отбыл в зону спецоперации. Успел побывать в военном госпитале, вернуться домой, а после, уже этим летом, снова вызвался добровольцем на отправку. Не могу объяснить, потому что всегда в этот момент находишься с мыслями о нем и как-то и с молитвой стараешься, чтобы в любом случае держаться, и дети рядом, с ними тоже нужно разговаривать, не показывая свои переживания, вот. Но это очень тяжело, конечно. Другие активности чуть позже, когда зной немного поутих, ждали гостей в городском парке. Там гуляния растянулись на 2 дня.